Всем привет, и мы вернулись в Майнкрафт. Всем Сами привет. Саня. О, кто это? Я отсюда. Это я. Это не ты. Меня просто молния ударила, и я стал флешем. Да, конечно. Куда мы собирались идти вообще? Купил он лицензию, стал он флешем. Все, понятно. Фу, лицензию покупает. Так. Куда мы вообще собирались идти? Мы собирались идти. А, домой, мы искали домой, походу. А по-моему, вообще, мы, по-моему, вообще хотели вдали уйти и что-то новое там построить. Кстати, да, попробуем. Блин, я уже не помню, куда мы собирались мы идти. Мы собирались честно. Просто идти вперед, 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 вперед и пойти куда-то. Там видите, мы играем с прежде тем самым текстурпаком. Я и думаю, вроде бы лагов не наблюдается. Я думаю, мы до дракона дойдем в серии 150 где-нибудь. Скайрим. Или в серии 300 где-нибудь. Где там уже надо посмотреть, два просмотра будет набираться где-нибудь. Как вы видите, у нас уменьшились лаги вообще. Ой, а подожди, а чё у меня... Ай, ёх ты, мать, трёх ты, ничего себе. Чё такое? Ну ладно, я тогда одну серию без текстурпака, я забыл его включить что-то. Сейчас забыл в текстурпак я забыл, включить. Я его вставил, но забыл ты... включить. А ты отруби запись пока, вруби и сейчас. Начни запись. Дружки был. Так, продолжаю запись, у меня аж на 60 FPS провисло. У меня было 120, стало 60. Ну ладно. А у меня было 100... Ну, короче, блин, 150 стало. Я же могу прям 60 FPS выкладывать. Ну, это 120 FPS. Ну, это больше обработки будет. Не, я не хочу больше обработки. Хотя так был прикольный. Хардкор не хочу, мне и так хватает. Мы Resident Evil по часу. Так, давай, пошли куда-нибудь. Так, ладно, пошли. У тебя рука двигается, кстати, когда у ты держишь меч. Ну, подвигивается что-то, да? Значит, подвигивается. В какой-то серии у меня не двигалась почему-то. Ну, у тебя немела просто рука. А, да, немела рука. У тебя же было превращение в это. Кружки. В блин, реально лаги перестали быть, вообще класс. Это вообще круто. У меня раньше, по-моему, проседало FPS, а сейчас нормально. Да, 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 да. Меньше нагрузки. А, да, точно, меньше нагрузки теперь. Все, теперь вот, не будем так записывать. Вот ныне и во веки веков. Аминь. Так, на всякий случай, так. Собираем советчик. Так, чтобы не выбросить. Курятина? А это какая курятина вообще? Блин, тут попробуй разберись еще. Да я забыл, что у нас было. Я так, вот это вот я... Это что вообще? Я не знаю. Тут с текстурпаком я уже забыл, там что... Там подписано, в принципе, надо только а привыкать. А ты где? А, я вижу. Вот внизу сижу. Дург Драгон тут. Блин, пошли куда-нибудь, я не знаю. Я вообще предлагаю нам новую домину построить. Да ну, у нас там был портал а в ад. Куда мы в старую-то пойдем? Мы старую не найдем. Найдем. Сдохнуть. Мы вообще шли, по-моему, строить новый мир. Ну, не строить мы... новый дом. Мы... А там у нас алмазы, ты понимаешь? У нас там алмазы. У нас там есть. Один наш алмаз. И алмазная кирка. Как мы без нее будем добывать алмазы быстрее? Ну, я то не есть обсидиан. А, обсиди... Блин, нам нужны эндермены, точно. Нам нужны эндермены. Даже если мы сейчас эндерменов найдем, мы же не сможем. Слушай, там обратно какой-то биом. Домой. Слушай, там какой-то биом, походу. Я не знаю. Спереди видишь? Спереди там. Чё там? А там как бы горы, пески, чё там? Обычные вроде. О, у меня музыка играет. У меня нифига, у меня тихо. Музыка в Майнкрафте, вырубать музыку в Майнкрафте это грех. Я не вырубил, я ее убавил. Я тоже ее убавил, потому что она иногда громкая слишком. Мне нравится, как тут в текстурпаке сделана вода, не такая уж слишком синяя, как обычно в Майнкрафте. Как интересно, в это какое дерево? Так. Это какая интересная вообще? Это у нас темный дуб, темный дуб. А что, есть светлый? А, вроде есть светлый. Ну да, есть светлый. Ай, пошли отсюда. Темная сторона дуба. Блин, надо немного потом яркости добавить, на всякий случай. А, хотя у меня и так она добавлена. А где ночевать-то будем? Ночевать? Ну, я думаю, у Зины дома. У нас овечки есть. Хотя нет, если мы овечками используем, то потом мы не потеряемся, блин. Нет, фигово будет. Просто один раз. Один раз не это. Один раз. ФПС. Один раз не Стас. Так. При чем здесь? Ну, а чё нельзя... Стаса Михайлова пилить. Короче. Ах ты! А, ты ударился? Я думал, меня корова ударила. По-моему, тебя ударил мой меч случайно. Блин,
А Он тут сам виноват. облака такие прикольные, знаешь, цвет какой-то другой. Да белые, ну они какие-то полупрозрачные стали. А почему они такой коричневый цвет? Кого, облаков? У меня Да. беловатые, прозрачные такие, как бы. А у меня что-то кори... Так, я пошел на коричневый цвет. Ты зачем? Слушай, почему у нее коричневый цвет? Я не Почему? понимаю. Тебя говно штальнуло или что? Или это А, из-за вот, текстуры? оно начинает с моей коричневым становиться, во. Ну, а может это... А, это из-за солнца. Все, я понял, из-за солнца. А почему у нас в Такой... этой стране темная сторона? Как бы Ну, должно все наоборот быть. ну ладно, пофиг. Ну ладно. Какие березы, прямо Так. как это, березки шумят, а там все Ой, это. ох, ни хрена, это биом, походу, берез. Аж без рук Смотри, вспоминаешь. сколько их. Аж без рук вспоминаешь. Сколько тут без рук побывал. Прям это рай для безрукого О, просто. свиньи. Сейчас у меня. Так, у нас... Боже, сколько у меня сырой говядины. Боже, 51. Мы от голода не умрем, если что. Блин, Слушай, это я не считай знаю. как второй сезон, потому что столько мне добавляли видео, это я не знаю. Второй сезон будет уже, наверное, с модами. С модом. И то непонятно, После когда он 300 появится. серий где-нибудь. И то непонятно, сколько, когда он появится. У нас еще Напиши, DayZ где. летом. У нас летом А, DayZ, точно, летом, понимаешь? да, летом надо. Летом, Это походу, я DayZ согласен, будет. это я согласен летом. Это ж капец будет. Где-то примерно, походу, на 30 или 40 серий растянет. На Мне 40 вроде бы. еще те бы серии там это обработать. Ты их до сих пор не Они у меня обработал? все ну, лежат и все. У меня они Необработанные пока что. обработаны на компе валяются. Пока Стас учебу у него там напряг полный Ну, у вообще. самого, в принципе, там не Ну, это. у него покруче, у него что-то... Ну, короче, все, мы молчим. У всех фигово. Слушай, стоп, Так. стоп. Не показал что-то. Да, показалось. Блин, вот тут... Ух, ни хрена себе, такое темное облако, Оно посмотри наверх. пиксельное, прям пиксели большие такие. Ну. О, солнце садится. Слушай. Сейчас звезды будут. Так, у нас печка есть? Нету. Блин, у тебя Подожди, печка есть? у меня есть камни. И Сделай все. печку, давай сварим это. А, подожди, давай. Ты где? Ты где? А. Я сейчас это сделаю. Я сделал уже, все. Печку, ставь верстак печку. Я сделал. А, печку давай делай. Сейчас. Вот такой необычный верстачок. Только гляньте на него. Я уже забыл этот текстурпак. У нас есть паучий глаз, которого нельзя что. Я с собой возьму. Ни хрена себе печка, я думал, это камень какой-то. Ты посмотри с другой стороны, там так она. Это порох. Давайте древесину. А с одной стороны вообще не отличишь, как бы камень и камень вроде бы. Ну. Просто у вас дырка с одной стороны, и такой камень как будто стоит. Ну вообще. О, свинтус. Даже у меня еще тоже было мясо сырое. У меня там 51 мясо вообще. У меня было 3 сделай говяжьи. Еще сделай еще печку. А у меня все, у меня нету больше. Я там у меня тоже говяжий был, так что я соединил с этими. Или сделать. А, ну окей. Не надо. Слушай, может, поставь пока верстак, может, сделаем этих пока. На Сейчас всякий. Ночь будет. Сейчас эти придут. Да пофиг. Так, выкину я семена пшеницы на всякий. Саженец дуба. Грибы выброшу, а мы не жрем грибы. Курятина вообще, перья какое-то вообще, яйцо, о, яйцо. Я временную баррикаду сделаю. Слушай, я тебе сейчас яйцо закину, на. Ай. Ну, яйцо не раскололось. Твое что ли? Фу, о чем ты думаешь? Мистер Фриман. А яйце? О, какая луна, о, смотри, какая луна. Ну... Спереди. Ну, нормально, круглая, не то что квадратная. Ну, она не совсем круглая, она какая-то это. Ну, хоть не квадратная. Слушай, какой-то мячик для гольфа, блин. Ну, О. норм, норм, норм. Вроде Мне баррикада нравится. Такая сработанная. Еще выше, потому что пауки да не, заберутся. Да нормально все. Я сказал, еще выше. Заберутся, да и... Железная руда, У меня ага. кончились камни, я не могу. Они не кончились. А ты пала. Все-таки нужна вторая печка, железная руда. А хотя нет. Сделаю. О, сколько у меня досок вообще. Ну, мы тут, короче, ночь переждем, ребята. Вон там вторая печь в угле. Будете с нами сидеть и все смотреть. Клади там эту. Руку. Клади. Ну, вот так вот. Как криво. Отлично. Да, какая разница, крыши нам не надо. Потому что мы... И нифига не видно, у нас факел есть? А, так. Факелы есть. А, факел а, у меня... А, так печка должна освещать, а там Так у меня 46 факелов, ты чё? Ты чё, на... На.
О, слушай, тут даже туалет есть. Вот ты вообще кривой, вот, не знаю, криворукий какой-то. Слышишь, Надо ты делать нормально. Вот ассасин видишь, что хренов. тут ламывается, тут бывает такое вот у меня тоже, Я но это. сейчас своей суперскоростью вернусь в время и убью тебя. Да, ну ты надел костюм, да и все, как это на Хэллоуине. Ну ты тоже. А я вообще не знаю, я просто вел ник в это в пиратке, а мне кажется, кто-то играет. Фу, спалился. Так я Ладно, всегда играл на все. пиратке. Так, у меня есть пузырек. А, это от ведьмы остался. Так, где вторая печка? А, вижу. Так, курятина. Сейчас мы курятину пожарим. У нас 3 стейка. Возьму себе. Все, у меня уже 17 стейков. Так уютно Даже прям. Михины 17 стейков. Вроде домик Уютно. маленький, такой уютно. Слушай, смотри на какую курятину, она какая-то золотая вообще. Сейчас, Посмотри. подожди, а где она? А вот эта вторая печка, она какая-то золотая курятина. Ну, не, надо какого-то желтого бы, что это золото немножко Так, возьму две блестящее. штуки, а две штуки остальные твои. Тут курица Ого, непеченая, кожа прикольная. сколько. Такая Курица вся в этой... непеченная. В перьях. О, я сейчас нам шляпы сделаю. Не знаю зачем, но пусть будет. Держи шляпу. Это будет смешно выглядеть, конечно. Твои. Смотри на меня. Вот все, тут уже начинается этот флеш рабочий, Флэш рабочий. работяга А такой. если не рабочий? Не, Слушай, я имею я в сейчас виду. нам ноги, ну эти, ботинки Я сделаю имею в виду кожаные. такой тот. Слушай, кожаные ботинки, фирмачь, а? Такой фермачик, это большевичка. Так. Смотри, О, у. зашибись. Все Слушай, одной что еще? пары. А, больше ничего нельзя сделать. Жаль. А, еще шляпа выходит. Не-не-не. Слушай, где-то свинья А, у меня шляется. тоже кожа есть. Подожди, давайте свою сложу. Где, сколько? Скинь свою У меня кожу. три кожи. А, три кожи, ничего не Ну бери получится. все равно, что нам нету. Может, что-то Вот у меня получится, но. дофига уля, я факела не делаю. Так, получится ли одна фигня? О, броня кожаная, слушай. Смотри на меня, какая броня. Сейчас. О, да ты вообще на флеш уже не похож. Не, мне нужен этот значок, во, отлично. Забирай себе. Спасибо. Тебе нужней. Нужней. Ты же ассасин, ты любишь одеваться в броню. Да я даже вторую часть-то не допрошел. Фу, отписывай канала. Не, Сейчас ну она железные руды неплохая, но у меня сделаем. времени не было. Сейчас железные руды сделаем себе этим. А что ты там выбросил А как мы вообще-то? узнаем, что Я не день понял. будет? Не О, знаю. отлично. Слушай, кто А там? да, конечно, разбил тут, сейчас там приползут. Подожди. Смотри на него. Ай! Так он сейчас к На! нам приползет. На! О! Готов! Все, пусть так будет. Дырку не там. Давай Это вентиляция! маленькую дырку сделаем. О, Вот, все видно. нормально. Одна маль. А хотя зомби пропадет, ну, влезет все Не равно, ладно. пропадет, он не умеет лазить по Так. рыбам. По рыбам. Сейчас он на ветке запрыгнет и все. Тут прям лунаш, видно, через дырку. Там сделал, все ржет, все сидит. На вот гриб посадить надо, что гриб не сажается. Так, тут у нас криво. О, заебись. Почему ты гриб не забрал? Не хочу, у меня места нет. Ну, я не хочу гриб. Выкинь его в туалет. И Отстойник. подобрал его. А куда у меня вон грибы, 4 штуки? Четыре штуки грибов. Так, а что там еще ты выкидывал? Кувшинку можно. Уж у нас ведро есть. Ну, пускай дуб растет у нас тут. Кто там ходит? О, какие у меня. Сейчас смотри, Ты нафига пол потолка разбил? Смотри на меня сейчас. Какие у меня железные ноги. Ну я же понимаю, что у тебя железные ноги. На чем ты пол потолка разбил? Ну это, головой ударился и разбилась. Кожаные. Кожаная голова. Это Скорее бы скин день. какой-то получается. Кожаная голова Скорее бы день. переводится. Так. Один день еще Мне так иногда долго. скачет почти под 100 FPS, так иногда. Ну, я не Вот хостяра, у мы меня. решили проблему с лагами, все.
Не, ну Это плюс. у меня, в принципе, так 60 точно есть всегда. 60-30, нормально. Вот иногда 60-30. Не, у меня во. 30 нет, у меня 60 всегда, минимум 60. Мне сейчас 30. У меня 90 вот здесь. Вот, когда на березу смотрю, у меня 90. О, у меня тоже. Почему такая береза прикольная, я не знаю. Почему в туалете березки шумят? Ой. Так, все. Наш будет новый дом, короче. Назовем курицу, его. Дай... А, там железо варится. Курицу ты же забрал. Да. Куриноед. Это временное жилище. Какой-то невоспитанный человек. Я думаю, мы сюда еще почему-то вернемся. В серии Нет. 150, когда будем блуждать. Да какой 150? 300, ты че? Так, надо, ну до туалета. Нужно туалет оформить. Вообще. В комментариях было бы прикольно, если кто-нибудь писал, как быстрее попасть в этот вендор. Нормально. Читы. Поэт. Ну, читы это фигово как-то. Мы не хотим по читам, кстати. Мы уже больше читов вообще использовать не будем. Даже в крайних случаях. Ну, уже придётся... половина серии сидим в этом доме. Больше половины, точнее. Так. Ну, можно, кстати, пойти гулять. Там день уже наступил? Нет, нет. Еще. Так. Тебе нужны труселя? Давай. Держи труселя. А то мне стыдно ходить. Так. О. Оп. Железные труселя. Это такая красная рубашка прям вообще. Красная рубашка. Так, а мне интересно, на рубашку хватит? Сколько у тебя, кстати, еды? У меня 28 медстейков. Два жареные свинины и две жареные курятины. Отлично, броня есть. Железная броня. Я этой еды объемся. Во. Просто. Смотри, на меня какой-то рыцарь. Да, у тебя же флеша, только там немножко на голове осталось, и все. Точно. Сейчас проверим. Черт побери. Сирень. Во. Зачем нам второй унитаз? Ты сам его сделал, что ты говоришь, зачем? Некрасивый унитаз. Смотри, сирень. Прикольно. Ну что ты... Это... Красоту такую. Так, тут все. Забирай свой верстак. Короче, там железо еще осталось. Забери себе железо, если хочешь. Забирал. О, пошли отсюда. Ю. О, отлично. А, так уже день. Нормально. Как раз. Прошли через воду, которую мы насрали. Слушай, такие глаза страшные. Как будто, знаешь, баба такая недокрашенная в этом макияжем. Или перекрашенная даже. Пере. Ты еще не видел Зума. Тупо как будто помадой намазано это. Ты глазами. Не видел доктора Зума из Флэш, он тут страшный. Не знаю. Я... Так, пошли водой пошли. О, гриб. Гриб. Большой гриб. На тебя похож. В принципе, на тебя тоже схоже немножко. Да, есть такой, физика. Ты что ты думал-то? О, там какие-то горы. Миха. Что тебе надо? Смотри, коровы. Я уже их видел. Так что мы, давай план построим какой-нибудь на будущей серии, потому что в этой серии мы уже вряд ли что успеем нормально сделать. Ну, думаем. Знаешь, ты мы убежал так далеко, что я не знаю. Я же флеш. Оп. Ой, ну рожа у тебя страшная, ну ё-моё. Ты свою видел? Вот издали увидишь, я бы обосрался просто, если бы не знал, что это ты. Я убью тебя, Барри Аллен. Я тебе это обещаю. Я Эцио Аудиторе. Ты вообще-то не Эцио Аудиторе, ассасин. Почему? Ты этот Коннор из третьей части. Ой, ты в третьей части я тем более не играл. Сказал мне чего это. Говорю сразу, четвертую часть на один раз идет. Assassin's Creed Liberation вообще лучше не играй.
Потому что она вообще на один раз, и ты... А сейчас, да она еще, а сейчас же хроники еще вышли, там Советский Союз 18-го года. А, это вообще 2D. Не, там 2,5D. Там можно там ну, короче, переладить. Ну, короче, мне не нравится, если... А почему куры не изменили? Они немножко изменили. Она глаза спряги. Да. Все, это я отпишусь из-за этого. Ты была моя курица. Ты была моя курица? Ой, боже мой, Миха. Да. Все понимают, но, но с курицей знакомиться это уже перебор. А чё, хорошая курица? Такая она, белая. Она умела готовить борщ. Да, она умела готовить курицу. Курица, курица готовила курицу, зашибись. Ну да, она это каннибал была. Я думаю, вот что сделаю. Я не знаю, куда идти вообще. Ох, ни хрена себе. Посмотри на вниз. С новым текстопаком мы вообще запутаемся. Ух ты, ничего себе. С новым текстопаком мы вообще запутаемся. Куда идти? Ты что-то мне там уже... У меня жизни уже нету, практически. Ух! Ты, я сейчас... И что ты упал? О, я дома. Я дома. То есть ты сделал прыжок веры? То есть мне теперь надо тоже сделать прыжок веры? Да. Моя собачка. Сдохла. Собачка жива. Да ну её в жопу. Весь огород. Даркдаган упал с высокого места. С высокого теста. О, ты жив. Жив. Я был жив и всегда жив. Собака жива. Как пульнуть бы ей в глаз. Пульнуть бы ей в глаз? Слушай, да. Пошли в ад по приколу. А чё мы там делать будем? Знаю. Текстурки рассмотрим. Я в аду! Ну чё я не попал в ад? Ну ё-моё. О, меня не бьют эти... Свина. Не трогай их, не трогай их. Я их не буду трогать. Чё, не знаю, что ли? Так. Блин, я такой красный вообще, в аду ещё... такой ещё ты красный. Ты вообще с места сейчас сольёшься. Они меня не видят. Это стелс. Ну у тебя рожа страшная, поэтому ты адский. Смотри. Так. Ай, бля! Помирай. Грибы в аду, что? А вроде были же, нет? Так, о, это быстрый способ выбраться из ада. А чё это фигня? Ай, нет, куда, ну ё-моё. Пошёл поплавать в лаве. Так. Наверное, эту серию надо заканчивать, мне кажется. Нет, ещё 3 минуты. 3 минуты? Да, по секундомеру 3 минуты. Не, ребята, мы закончим эту серию, потому что нам надо решать, что в следующей серии делать. Ну, давай закончим. Сам был Sony Electric и... У меня там ещё меньше, потому что я текстурпаки настраивал, ну ладно. Dark Dragon. Всем пока. Так, ещё.